Вот это контент нас сегодня ждет, друзья. Три гарантированные базовые карточки кумира открою сегодня на своем аккаунте. Пока что у меня идет просто шикарный стрик. Открыто три карточки. Собственно, Зубастик, Десаи, две в основу и, собственно, Пуёль, который никуда в основу мне не влазит. Поэтому пока что стата 2-1. Надеюсь, что после этого выпуска стата будет 5-1. Но зная эту игру, скорее всего, мне упадут три бича. Сори за спойлер. Так, в общем-то, как вы знаете, Черная Пятница проходит у меня не самым лучшим образом. Я слил дохерища денег, дохерища паков открывал. И толком ни хера не падает. Благо, из того всего дерьма, которое мне нападало, я собрал три эти сборочки кумира. Так, собственно, для разогревчика нужно открыть награды за Weekend Лигу. Так, тут осталось два матча слить. Конечно, тупо в этом сезоне сделали яшники, что... По сути, доигрывать Weekend Лигу нет никакого смысла. От этого есть столько халявных побед и настолько лайтового Weekend Лига. Этот чувак тоже, видимо, хотел подарить победку. Ну что, друзья, элитные награды. Давайте, пора. Пора завозить Лионеля Месси или Канте. Кого-нибудь из двух. Пожалуйста, игра. Пожалуйста, игра. Похер вообще кого брать, потому что у меня 100% соотношение хуёвых карточек. Поэтому они все отлетят у меня в ближайшие 86+. Ну, блять, ну у меня просто нет слов. Нет слов, нет эмоций. Все как обычно. Трап и третий пик. И здесь Месси, давайте. У меня нет слов. У меня уже тупо места нет для состава из красных говнарей. Ой, какая прекрасная игра. Ладно, давайте, не дезморалимся раньше времени. У меня там еще три кумира впереди. И, кстати, ни одной годной продаваемой карточки у меня до сих пор не было. Ни одной. Ни одной. Может быть, сейчас самое время ее подтянуть. Нет. Я уже вижу, что это хуёвый волкаут. Ей, вот это команда недели. Просто 30 тысяч монет сюда. И второй пак с тремя продаваемыми информами. И здесь мы ловим. Ну-ка, Аргентина. Каждый раз первый ранг. Каждый раз, как в первый раз, блять, жу говно. И набор Ultimate, в который я вообще никогда не верю. Никогда не верил и не буду верить. Здесь выпадет полная с... Тихо. Ну, слушайте, я на секундочку поверил. Это темная карточка. Я до сих пор не знаю, как они за. Ключевые переходы. Вот как называется. Карта Хименес. Он мне третий раз уже падает. 23 тысячи сюда. Вот это контент. Три базовые карточки кумира. И буду открывать я их тремя разными котами. Так, знакомьтесь, это Велес. Вот так вот зовут этого кота. Это Майн-кун. Классный чел. Появился у меня недавно. Давайте первый пак я открою просто, смотря на карточку, без поиска, без ничего. Просто вот есть как есть. Давай, Велес. Выдохнули. Давай. Давай, Велес, затащи, затащи. Ну-ка, флаги, флаги, флаги. Италия. Не нужен мне такой код, знаете ли, я так подумал. О, я-то думал, где эти итальянцы? Я-то думал, что эпоха итальянцев прошла, друзья. Но не тут-то было. Гатуза вылазит, показывает мне лайк, лысая башка. Отлично, блять, сука, итальянцы. Бля, просто когда вам падает итальянский флаг, это по умолчанию уже все, стена. То есть поймать там что-либо вообще unreal. Ну ладно, справедливости ради, Гатуза бэйби круче, чем Гатуза мидл. Становится ли мне легче от этой мысли? Конечно же, нет. Вторую карточку мне откроет мистер Честер. С Честером вы знакомы? Честер, давай, братан. Переплюнь ты этого, блин, Велеса, ты чё? Эту карточку я буду уже смотреть по статам. Так, ты чё вернулся? Ты мне Гатуза вытащил. Уходи. Ты мне Гатуза вытащил. Всё. Ты... И будем угадывать по статам. Пожалуйста, Честер. Пожалуйста, пожалуйста. Друг. Все, друзья, давайте смотреть по статам. Физподготовка 66. О, боже. Ну ладно, не будем раньше времени себя дезморалить. В принципе, с такой физподготовкой может быть какой-нибудь Джордж Бест, например. Защита херовая, ясен хер. Играет головой. Так себе дриблинг, 82. Я уже чувствую запах говна. К сожалению, тут уже рассчитывать ни на что не стоит. Ну, более-менее хорошие передачи. Удар 80, поясень. Боже мой! Боже мой, какой говнар! Боже мой! Любая дефолтная карточка любого говнаря на этой планете круче, чем Пир. Вот я говорил, что Пуёль карточка никуда, но вот Пирос это вот худшее, что могло упасть. Вот хуже просто. Вот просто вот визуализируйте самую худшую карточку FIFA, и она будет лучше, чем этот Пирос. Просто пиздайшин. Пирос.
Пиздец, как можно такую хуёвую карту сделать? У меня просто нет слов. Просто нет слов. Так, ну и третья карточка. Её будем искать уже в клубе непосредственно. И откроет её Читос. Вот в Читоса я верю. Давай, брат. Предыдущие два котика сделали полнейшую херню. Прикинь, что вытащили? Гатуза, потом Пироса. Ну ты прикинь. О, качественный контент от EA Sports. Вышла очередная серебряная карточка. Кстати, неплохо. Я её даже соберу прямо сейчас. Конечно, по рофлу они могли бы добавить какую-нибудь подобную фоточку. Так, ну чё, поехали. Давайте я, как и в прошлый раз, начну с топов. Вот такая у меня интересная тактика. Начинаем с Бразилии. К сожалению, Пеле лишь арендованный. Хорошо. Давайте дальше Францию смотреть. Полностью фулл Франция. У меня там уже есть Пирос, есть Десаи. Было бы неплохо увидеть Зидана. Блять, как мне больно сейчас. Вы просто не представляете, как мне больно. Как мне больно, боже, как мне больно, как мне больно, боже, и за что ты так со мной? Все самое худшее, что могло произойти, произошло. Вот хуже дропа просто не... Вот вы, блядь, посмотрите на эту великолепную троицу и скажите, что я не самый неудачник в этой вселенной. Из трех кумиров поймать трех 85-х, трех 85-х, еще раз повторяю, трех 85-х кумиров! Ниже рейтинга просто не существует, блять! О, набор редких игроков 85+. Блять, все, меня это число нахуй преследует. Я теперь как сумасшедший, знаете? Смотрели же фильм 23, число 23, где чувака просто 23 везде преследовал. Теперь я такой же ебанутый. Теперь я буду везде видеть 85. Давайте, не часто они выходят, давайте. 85+. Надеюсь, здесь будет максимальный рейтинг 85. Не дай бог, вы мне дадите больше, блять. Нет, тут уже больше 85, это Димария. Я уже, блять, даже не открывая, не смотря, все знаю наперед. А нет, 88. Хуль ты денсишь, блять, Лукаку? Просто пиздец, словами не описать, что у меня на душе, чуваки. Вот здесь уже максимальный рейтинг 85, вот эти паки, как по мне. Все, пожалуй, это все. Нет, все, вот рейтинг 85 должен все закончить, нет, все. Все, просто все. Я сдаюсь, блядь. Electronic Arts, вы забрали у меня все деньги, забрали мою душу, забрали мое настроение. Просто вот теперь возьмите и отъебитесь от меня. Я хуй знает. В такие моменты реально опускаются руки. Я вообще, блядь, хз. Вот смотря на это, ну, блядь, ну, реально. Вот если каждый человек на этой планете, мне кажется, соберет себе три пака с кумиром, повторить такое просто невозможно. Вот как это возможно, 3.85? У меня до сих пор в голове не укладывается, блядь. Очевидно, что шанс на Черную Пятницу прям вот откручен вот до пиздеца. Потому что, опять же, мне страшно считать, сколько я задонатил в эту игру. Мне страшно, блядь, думать, сколько, блядь, СБЧ этих собрал. Друзья, мне нечего добавить. Просто поставьте лайк под этим видосом. За то, что я старался, сидел, собирал эти, блядь, три пака ебаных, блядь. Ну и оставьте какой-нибудь комментарий. Все, я пошел... пить чай. Ну, я обычно что делаю, когда происходит такая ситуация? Я просто иду пить чай, блядь. Лучше выход из ситуации.